Путешествия в прошлое с его обычаями и народными промыслами могли совершить жители и гости Алексеевки в минувшее воскресенье. 16 августа город отметил свой 324-й день рождения. Самые интересные моменты праздника попали в объектив съемочной группы «Мира Белогорья». С праздником, Алексеевка! Я тебя люблю. Алексеевцы признаются в любви своему городу только в 30-й раз. Традиция отмечать день его рождения появилась в 1985 году. В свой праздник Алексеевка встретила жителей и гостей выставками цветов, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества. Тихую сосну бороздили модели судов, а привычную тишину набережной нарушали звуки духового оркестра. В городском парке раздолье для любителей народного творчества празднуют и местные жители, и гости, полюбившие народные традиции этого края. Александра Самотягина живет в Воронеже. Алексеевка – необыкновенный город, говорит она. Да как же не полюбить Алексеевку? Благодатная земля, прекрасные люди, которые сохраняют свои традиции и которые, знаете, вот своим, наверное, вот теплом, своей энергией заражают всех. В импровизированных подворьях картинки истории бывшей слободы. Здесь и нехитрые угощения, и предметы старинного быта, и невероятная возможность перенестись на столетия назад и узнать, как жили тогда слободчане. Например, из чего в этих краях было принято строить свои жилища. Вчера глину, нам не сили, пацаны, а сегодня все девчата будут робить саманы. А на центральном стадионе города награждение лучших коллективов и отличившихся алексеевцев. Традиционное присвоение звания почетного жителя. В этом году им стал Федор Сулим, глава района. О своем родном городе он говорит с любовью. Для меня он всегда был хорошим, да? Но он каждым годом становится все-таки лучше. Самое главное, устойчиво работает экономика. 37% за полугодие рост. Это радует. В том, что этот город самый лучший, уверены коренные алексеевцы. Среди них и вице-губернатор Валерий Сергачев, который приехал поздравить земляков. Вам есть чем гордиться. Я хочу вам сказать огромное спасибо от лица всех остальных белгородцев. Вы творите, вы созидаете, вашими производственными успехами славится и гордится вся Белгородская область. Счастливые улыбки, выступления десятков творческих коллективов. Праздник родного города алексеевцы отмечали до позднего вечера. С днем рождения, мой